Власти Украины и Турции договорились о развитии сотрудничества, в рамках которого стороны намерены начать совместное строительство морской промышленности для усиления безопасности и защиты акватории Черного моря. Украина и Турция совместно построят морскую промышленность для усиления безопасности и защиты в акватории Черного моря. Это направление будет одним из ключевых аспектов сотрудничества между странами, сообщили в пресс-службе концерна «Укроборонпром». Заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности «Укроборонпрома» Денис Гурак заявил, что предприятие взяло курс на привлечение иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс государства. Это обсуждалось на Turkey Defense Week 2015. Также сообщается, что в ходе мероприятий состоялся ряд стратегических переговоров в рамках сотрудничества Украины с западными партнерами. Политика прозрачности и открытости государственного концерна «Укроборонпром» направлена на направление иностранных инвестиций в развитие отечественного ОПК по международным стандартам. Прежде всего, это обеспечит украинское войско современным вооружением и военной техникой, заявили в ведомстве.